Кронштейн, он порван. Сейчас будем его точно так же менять. Вот эту вот проволочку убираем. Это я ее здесь прикручивал, чтобы не так, ну, не такой звук шел. Мне казалось, что это отсюда. Показываю еще раз, как он порвался. Смотрите. То есть, ну, его разорвало. Так. Меня, значит, я прикупил уже. Вот он. Кронштейн, это не оригинал. Вот такой вот его номер. ТРК. Сейчас. Ну, короче, вот такой номер срисовали. Что-то вот так вот он выглядит. Ну, довольно-таки некачественное исполнение. Ну, как бы, посмотрим. Если порвется через неделю, я в комментариях напишу, что он порвался. Ставим. Старые мастера, перед этим надо ВД-40 все это замочить. Так, ну и в общем-то все, извлекаем. Значит, вот он оригинал, вот его номер, кому интересно. Сейчас наведется, вот он, R200. Трен-трен, тен-трен, трен-тен-тен. Ну, короче, вот так вот он порвался. Наверное, это давно случилось. Так, само изделие, оно тоже довольно-таки грубо залито резиной. Здесь вот стоит вот такая гаечка вваренная. Значит, и вот изделие, которое я буду ставить. Тоже гайка вваренная. Ну, немножко поменьше. Ну, а тут все то же самое. Вот так, да? Да. Ну, вот это надо будет обрезать, иначе он будет стоять. Хотя, пусть будет еще один маленький упор. Так, ну что же, ставим. Ну, ничего сложного. Все смазал медной смазочкой. Чтоб не коррозировал, можно еще. Ну, в общем, как-то так. Ну, сейчас попробуем, прокатимся. Посмотрим, из-за этого ли рычал Дастер. Ну что же, пробуем. Всем пока, друзья, до встречи.